Ну и черт с тобой. Уговаривать не буду, вали. Вали, никто не заплачет. А ты, я смотрю, доволен всем, да, Левка? А чё нет? Чё нет? Одет, обут, деньжат шуршат. Чё жаловаться? Ну да. А я вот все думаю о жизни нашей грешной. Ну думай. А я Люку видел. Че? Марцева, что ли? Угу. Да ну где? Да тут, в Москве. Она на медика учится. Дела. Ты что, из-за нее соскочить решил? Да. И из-за нее тоже. Да в ресторан с ней пошли. Ну, в этот. В наш, на Ордынке, который. И чё? Да чё-чё. Стыдно стало. Чё стыдно-то? Да ничего. Лёв, чё? Дай папиросу. Всё, иди спать, завтра на дело. Мне ваше лицо вот знакомым кажется. А мы с вами часом раньше не встречались? Это вряд ли. Здрасте. Тихо. Ну? Константин Николаевич, вы поглядите, что я вам приволок. Натуральный ягненок. Пожалуйте, товарищ. Пожалуйста. Ну, как вам? Ну, я же говорил, у меня мать больная. Вот, пожалуйста. А чё это у вас свисток, как у милиционера? А, это я вчера на улице нашел. Дай, думаю, отмою, племяшки на именины преподнесу. Гражданин, закурить не найдется? Закурить? А. Ну, закурить так закурить. Этого добра не жалко. Только попробуй. Стоять. Ты у меня вмиг пулю позавтракаешь. Ну-ка, брось свисток. Брось, тебе говорят. Контуй его, машина. Ой, да что же он там так вошкается-то, а? У меня свиданка через час на Тверской назначена. Заберите козла своего, не пойдет. Так а какой же это козел? Натуральный гненок? Да один леший. Пойдем. Маманя хочет с тобой поговорить, соскучилась. Какая маманя? Моя, больная, забыл? Пойдем, а то она и так еле дышит. Константин Николаевич, пойдем, я не пойдем. Понимаю, вы определите... А ну-ка, стоять, уголовный розыск! Что? Чё, стоите быстро наверх! А? А ты как понял, что я легавку притащил? Да никак, завязать решил. Вот это ты время выбрал! Шагай давай, а я что делаю? Давай, залезай. Начальник, сюда.
Мишка, что-то. Да ты мне Горбатого не лепи. Там ждут. Спокойно, граждане! Уголовный розыск! Вставай, братишка! Чутка осталось, Лёв! Руки! Ну что, орлы, добегались. Да руки убери! Да подожди ты! Да подожди! Удрал. Анатолий Глебович, извините. 20 минут водил, а потом в трамвай скаканул. Смотрю я на тебя, Ефимов, и думаю. И как же советская власть только держится, когда у нее такие бойцы? Вроде тебя. Ну так что, поганец, где нам искать твоего старшего товарища Лобанова Григория? Я, наверное, не расслышал. Где? Спроси-ка ты, Мигунов. Я, видать, у гражданина Матвеева доверия не вызываю. Спрошу, Анатолий Глебович. Будешь говорить, гаденыш, или прямо отсюда на погост отправишься? Погоди, Мигунов. Кажется, понял. Водички, может, глотнешь? Чтобы языку сподручнее работать было. А который час? Господа хорошие. 10 минут 5. Спасибо. В подъезде никого и в подвале никого. Молодец, пионер. Держи. Ой. Эй, дядь, а чё так мало? Ленин добавил. Thank you.
начальник. Какая встреча? Сумку на пол. Ой. Не разбираешься ты в людях, лоба. Не дергайся. Ой, не разбираешься. Разберусь, начальник. Дай срок. А вот за сроком у прокурора не заржавеет. Пшел. Иди давай. О, невеста пришла. Люб, ты со своим женихом все экзамены проваландаешь. Люб, что с тобой? Люб, что? Он не пришел. Ну, а вдруг с ним что-то случилось? Тихо, 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 тихо. Заходим. О! Ну надо же, какие личности, а? Матвей, ты ли это? Друг сердешный. Он как тебя отоварили. Родная мать не признает. А ты-то как здесь? Ты же вроде утек. А этот вопрос я хотел тебе задать, Матвей. Какая-то падаль малину спалила. Ты чай не в курсах? Кто именно? Не в курсах. Ха. Не в курсах, говоришь? Да? Адресок, видать, легавки. Гадалка нагадала. Так, Матвей? Ты знаешь, что со стукачками бывает? Я тебя, лобан, не попугай, одно и то же без конца трындеть. Рассказал, хватит. Не веришь? Дело твое. Оно мне без разницы. А заодно тебе скажу, что мы в свое время в деревне неплохо жили, да скотинку, помню, имели. Ты это про скотинку, к чему это? Да к тому, что любой из наших баранов лучше тебя на шухере отстоял бы. Вот как запел. Сявка. А может, ты уже не сявка, а? Не рановато ли забурел, куришь? Ну, лады. Моню повидаем, на рожу его взглянем, тогда и решим, кто из нас самый правый. Да ж вы все руки-то распускаете? Я же вам все рассказал. Так что с ним делать, Анатолий Глебович? Куда эту слизь девать? Да ясно куда. В камеру. К дружкам его. Они, небось, без него соскучились. Так, а... Да как же так? Да как же это? В тюрьму вы? Я ж вам все как было рассказал, все почистую. Меня ж там как было балаху прихлопнуть. Ну, вы же сами сказали, что Лобана по моей наводке взяли. И я ж с вами как с людьми. Вы чего меня в петлю кидаете? Запомни, Скотт. То, что ты тут соловьем распелся, герой из тебя не делает. Ты как был врагом советского государства, так и мы остался. И тебя как с врага всю цену спросят. Да как? Что с тобой? Твои дружки учинят. Мне дела нет. А вот что суд наш советский тебе пятерочку намотает. Это я тебе обещаю. Так а как же пятерочку-то, начальник? Ты это... Хорош ныть. Ты лучше подумай, что у тебя Анатолий Глебович спрашивает. Может, еще про какие малины знаешь? Про дела, про какие ведаешь. У нас тут на прошлой неделе банда продуктовый склад взяла. Да не знаю. Что за люди? Может, знаешь? Да не знаю я. Ну, знал бы, сказал. Да вот вам крест, ну! Крест, говоришь? У нас вместо креста поганец, партия коммунистическая. Я тебе, как член партии, заявляю, нет тебе веры! Так а как же ж нет, коли я правду-то говорю? Ну, чего же вы мне не верите-то, а?
Ну что я должен сделать, чтобы вы мне бесполезно, поверили? Анатолий Глебович. Тут скоро соплей по колено будет, а толку ноль. Не знает он ничего. Да я вижу, что бесполезно. Ладно. Пусть к дружкам своим валит. Да что ж вы за свое-то опять? Анатолий Глебович, ну как это к дружкам? Они же его в 5 секунд на перо поставят. Смотрю на Тимигунов и удивляюсь. Откуда у тебя только жалость такая бескрайняя к этой сволочи? Да не, но я… Может, ты его еще на поруки возьмешь, а? Нет, я просто про то, что… Может, в камеру его, в другую? Ну и что ему эта камера другая даст? Да я тебе зуб даю, ему уже смертный приговор вынесен. И никакая другая камера его не спасет. Ладно, Мигунов, не плачь ты. Вор вора грызет. Наш брат спокойно перекурить может. Добрый день, Раиса Васильевна. Здрасте. Всех приветствую. Здравия желаю. Здрасте, Раиса Васильевна. Ну, что там у вас с этими мошенниками? Когда отчет будет? Только трудимся, Раиса Васильевна. Вот, думаю, может, на них какие еще подвиги висят. Значит, двое в отказ ушли. Одного вот дожимаем. Добрый день вам. Добрый, добрый. Ишь ты какой. Посмотрите на него. Его, что ли, дожимаете? Ага. Этого, Раиса Васильевна. Ты уж больно вертлявый гад попался. Что уж на сковороду. Да где ж я вертлявый? Я вам все как есть. Помолчи. Дано было время слово сказать. Тихо, тихо, Порохов. Ты полегче со своими методами. Так знаете, к сволочи другие методы не действуют, Раиса Васильевна. Это точно. Как сказать, Порохов? Как сказать? Доставьте-ка этого чернявого завтра ко мне в кабинет, я с ним сама поработаю. Раиса Васильевна, ты, а как же… Чтоб завтра в 10 был у меня, ясно? Как скажете, Раиса Васильевна. До свиданечка, Раиса Васильевна. Ну, Моня, падла, и на что только рассчитывает, что его легавка по честное слово отпустит? Да погоди ты, человека-то хаять. Я же тебе сказал, зацепила его в ногу. Наверняка в больничке до сих пор валяется. Может, и валяется. Зато поет уж складно. У следаков все наши эпизоды в кармане. По Москве и по Воронежу тоже. Да брось ты, Лобан, не верю я. Не мог он. Ну, а кто? Кто? Ты? Ну, вот ежели так, то больше некому. Подозреваемый грач, Раиса Васильевна. Введите. Проходим. Что стоишь-то? Присаживайся. Болит? Ничего особливого. Рану обработали? Да, спасибо. Что, Голубок, боишься? Чего тут бояться? Глупости понаделывал? Отвечать надо. Да. Ситуация, конечно, не из простых, но ничего. Мы что-нибудь придумаем. Писать умеешь? Могу. Пиши. Пиши, что ты Лев Грач. Слушай, имя какое звучное. Прям дворянин. Значит, ты, Лев Грач, оказался в банде под угрозой расправы. Но через некоторое время одумался и, полностью раскаявшись, обратился в правоохранительные органы. Согласившись на сотрудничество,
стал секретным агентом следователя Михалевой. Это к статье. Очень приятно. Ты пиши, пиши. Я ж правильно все диктую, так оно было? Так, да. Ну, пиши. Стал секретным агентом следователя Михалевой. Вот. И оказал помощь в задержании банды мошенников. Че смотришь, чернявый? Пиши, пока я добрая. Ну, написал? Водку будешь? Ну что? За твое счастливое избавление? Маряхин, Маслов, Матиченко. Нет вашего Матвеева. А... Точно? Может, еще раз посмотрите? Так второй раз уже смотрю. Вы что считаете, мне здесь заняться нечем? Ну, мало ли, может, по невнимательности. Девушка! Вам что-то непонятно? Простите. До свидания. Ну что, трудится твой Матвеев? Да сказали, нет такого. Как нет? Подожди, ну он же говорил... Вот люди, а. Может, это я что-то перепутала? Может, он на другом заводе? И что теперь? Анатолий Клебович, паскуда это! Я позвоню. Но? Паскуда это соскочила, суд его полностью оправдал. Ну? Райка, а? Зуд у нее в одном месте. Если мне ёный папаша генерал. Остальные что? Матвееву 5. Лобанову 8. Одного на Колыму, другого в Соловке. И то хлеб. Ну, а с этим грачом? Даст Бог, еще посчитаемся.
Копыта, иди сюда. О, лысый. Приветствую. Ну что, как ты? Ну и чего, как дела? Подождите, вы же имеете право. Ладно, что тебе как девочка? Согреемся. Ну что? Нравится? Секретный агент. Нравится. Ну, живи пока. А там посмотрим. Может, подыщем тебе что получше. Одежды, еды. И смотри у меня. Узнаю, что загулял с кем-нибудь. Живо вернешься туда, откуда я тебя вытащил. Раис Васильевна. Опять Васильевна? Рая я. Рая. Да ты что? Я ж тебе по гроб жизни. Гроб не гроб, но кое-что должен. Присядь пока. Ну что, бродяги, что с человеком решать будем? Сдается мне, что здесь легавкой пахнет. Так малява же. Что, маляву по делу трудно? И послаще документы выправляли. Чест добрый, бродяга Давыд, приятель мой. Как твое здоровье? От московских бродяг и басоты шлю тебе привет. Сим письмом заверяю тебя, человек, который стоит перед тобой, зовут Матвей. Матвей чист и к моему палеву не имеет никакого отношения. Шкет, уйди, а! Вообще чесать не умеешь. Давай, давай, давай. Так. Окажите честь человеку. Примите со всем радушием, на которое способны воры. Я пока кишмань на Соловках, а там куда заведет. Доброго тебе здоровья и всем, кто рядом. Лобан. Ну что от себя-то скажешь? О чем мне сказать? Лобан вам все написал. Лобан вор авторитетный. Ему перечить бы не пристало. Да я Лобан знаю. Он ли писал? В этом вопрос. Так что скажешь? Да нечего мне сказать. Сказано уже все. По мне так тут цветной сидит и к огню просится. Да. А по мне так письмо Давыду адресовано. Вот выйдет Давыд с больнички. Пусть сам эту маляву и глянет. У него глаз алмаз. Вот пусть он сам и решит. Лобан это писал, а ли кто другой?
Ну, на то мы порешим. Ты иди пока вон, с Иванычем поконтуйся. Давыд выйдет, сам скажет, как ты жить тут будешь. Что это он, а? Границу. Границу метит, за которую уходить нельзя. А если зашел? Давай, доходяги! Побег, считайте, разобрали побег. Разобрали инструмент. Первый стрел воздух, второй на поражение. Живее! Миш, звона. А вы что встали? Разбились по парам. Ты что делаешь-то? Нормальный, доктор. Остающих в коммунизм не берем. В темпе, в темпе. Вот так. Здорово. Не брал я кошелька, товарищ начальник. Говори мне тут еще. Век воли не видать. Врут ваши свидетели. Разберемся, младенец. Ай, больно. Ты поаккуратнее, начальник. У меня руки не казенные. Залазь. Да что толкаться-то? Ага. Сидеть. Анатолий Глебович, правы вы были. Пересеклись наши дорожники. Че? Раиса Васильевна, ну, этого, которого она у нас забрала. А потом так дело обернуло, что он совсем сухим из воды вышел. Так вот. Мигунов, Порохов, вот помощника вам привела. Пусть с вами побудет, поучится. Не смотри волком, Порохов. У самого 6 классов, сам всему в поле учился. А в общем, знакомьтесь. Да мы вроде как знакомы. Сызнова, знакомьтесь. Порохов. Анатолий Глебович. Мигунов Егор Петрович. А это грач Лев Ефремович. Приказом зачислен в наши ряды. Очень приятно. Ну что, расти смену, Порохов. А я после загляну. Гляну, как у вас тут? Что? Ну что ж, присаживайтесь, товарищ грач. Это мое рабочее место. Ну-ка, Мигунов. Кошельки, значит, подрезаешь у честных граждан. Вот Христом Богом, не я. Не ты говоришь. А чем хочешь, клянусь, начальник. Вот тебе крест. Егор Петрович, так норма же. Мы еще полработы не сделали, а вечер-то уже вот. Норма она для чего? Чтобы ее выполнять. Так а для чего ж? Чтобы на хлебе сэкономить. Вот. Хлеб за работу дает, а норма она одна. Работа выполнена. Задача поставлена. Миш, на зоне. Кто за нами гонится, хорошо не кончает. Дай все-таки выдохнуть чуть-чуть. Чуть-чуть.
доходяга, ты что там? Живей, доходяги! Только вас ждем! Подолся, не отлынивай! Егор Петрович! Начинай! Эй, помогите! Егор Петрович! Ну что, дед? Ну, сейчас. Тебе помочь встать? Стоять на месте! Спокойно, нормально, сейчас передохну. Встать сможете? Пойдем. Нет, сейчас, секундочку, надо перем. Назад прими. Старик, да ты у меня симулянт, похоже. Весь из себя больной и немощный. А я симулянтов не люблю. Ты он устал просто. Молчать! Думаешь, я не понимаю? Хочешь отлежаться, пока другие спину гнут? Но он не может, вы не видите. Вставай, неси ствол. Встать, я сказал! Ты что, творишь-то, Нелев? Ты что, оборзел? Не надо, прав. Надо вставать. Топор мне. Топор, я сказал! Несу. Ну, сволота. Ты у меня узнаешь. Принеси. Миш, не надо. Не носи. Там зарубки. Убьют. Граница. Принеси, сказал. Хватит ему и 10 холодный. Ну нету твоего Матвеева. Ну, может, он из Москвы уехал. Ну ты чё, Люб? Ты чё, его так любишь, что ли? Да хватит себя губить. Ну и учеба страдает. Ты ж первая была по всем предметам, а теперь из отстающих не влезаешь. Милочка, я все равно его найду. Чего бы мне это ни стоило. Один раз терял, хватит. Ну, не знаю. Как хочешь. Барцева! Левка? Левка! Лева, привет! Лева, а это кто? Лева, ты как? Рад, Лев Ефремович. Очень приятно, мило. А ты откуда такой? Расфуфыренный? Да, вот. Ты как меня нашел-то? Да уж нашел. Ты-то как? Хорошо. Может, прогуляемся?
Работа в море, конечно, очень интересная. Вот бывает, прям чувствуешь твое. Вот ты работаешь, а стране пора. Да я поняла уже все с твоей работой. Лев, ты мне про Мишку обещал рассказать. Про Мишку? Ну да, я его по всей Москве ищу. Это ты зря. Нет его в Москве. А где он? Спекся наш Мишка. Спекся. Да вот так и спекся. Оступился, и его посадили. Я и посадил. Подожди, Левочка. Ты мне можешь объяснить по-человечески, как ты посадил, за что посадил, что случилось, Лева? Вор наш Мишка. Вор и аферист. Люба, его предупреждали, и не раз, но он никого не слушает. Я понимаю, что тебе больно, но он в последнее время, он очень изменился, совсем никого не слушал. Я лично ему говорил, ты о семье подумай, о Любе, что в лоб, что пол. Нет, этого не может быть. Может быть, Люба, может. Люба, ты меня прости, конечно, но я иначе не мог. Пойми, если бы я соскочить ему разрешил, меня бы тоже посадили, должностное преступление. Как? Работа такая. Лёва! Лёва, как? Как ты мог? Люба. Он же даже и не вспоминал о тебе! Что от Лобана весточку привез? Присаживайся, в ногах правды нет. Матвеем кличут? Как там, Лобан? Я когда на этап собирался, Кумова на год в бур закрыл. Эх, Лобан, Лобан, никак не угомонится. Год в одиночке, менту поганому и то такого не пожелаешь. Ладно, Матвей, ты зла не держи, что с малявой кипиш получается. Сам понимаешь, время какое сучье наступило. Маляву-то на этапе могли и подменить. Я все это уже слышал, давай. Решай ты, что будешь. Ты как разговариваешь, фраерок? Не шипи, Сима. Матвей закону хочет, я его понимаю. Но с Лобаном-то я списаться сейчас не могу. Сам говоришь, его на год забурили. А кроме него за тебя и слова сказать некому. Так решим. Лобан пишет, что кореш ваш Моня малину сдал, а сам соскочил. Я правильно понял? Значит, правильно. Значит, надо этого Муню найти и наказать. Сделаешь – уйти полное наше доверие. А если нет, тогда каждый арестант будет знать, что с сукой делать. Ну, а то, что ты сейчас здесь чаришься, а Моня где-то шкуру на ментовской хате трет, ты не парься, подсобим. Побег пойдешь. Только сначала дай мне слово, что готов Моню этого наказать. Не слышу ответ. Что, Матвей, корешка жалко?